Привет, представься. Всем привет. Александр Данченко, полузащитник Монреаль Импакт. А как сегодняшний матч? Сегодняшний матч пришлось поработать много в защите, по центру. Выиграли вся команда. Молодцы. Сопернику отдельное спасибо за напряг во время всей игры. Победили и хорошо. Ага. И какие планы на дальнейший чемпионат? Ну вот в Лиге Европы, конечно, выйти из группы. А в чемпионате определенно в этом сезоне нужно побеждать. Ну тогда удачи вам. Спасибо. Спасибо.